время 17 градусов, тепла, и мимоза цветет. В воздухе пахнет весной. Какая красота! Февраля 2024 года приехала Каролинка. Вот она. Вот она, доченька. Все мы вышли на балкон встречать Каролинку с новеньким котиком. Чао, Каролинка! Как вы стали? Вы такому? Говорит, что котик напуганный впервые ехал на машине. Io non lo voglio chiamare questa cosa, voglio chiamarlo... No, lo chiamo Giacomo, ecco. Benvenuto. Ciao Micio. Ciao. Ciao Giacomo. Giacomo. Голодный был он, котик. Фомату Джакомо. Разрешите, друзья, вам представить, это Джакомо, новый член семьи. Va bene. Buon riposo. Carolina, hai fame? Джакомо ha fatto amicizia con Andrea. Джакомо уже подружился с нашим Андрюшей. Джакомо. А туда нельзя, там птички у нас. Птички испугаются, наши попугаи. Джакомо. Решил поиграть немножко мальчик. Он еще маленький, 2 годика ему. Джакомо, я не к вам. Вени, Джакомо. Посмотрите, кто сейчас придет. Guardate cosa ti do. Guardate cosa ti do. Джакомо. Не решается зайти в новое помещение, он здесь никогда не был еще. Он и май статуя Беста Станца. Эко, Вене. Джакомо. Ладно, ладно, я кто-то приду. Вене, Вене. Эко. Джакомо. Аспетта, аспетта, аспетта. Ладно, ладно,
вот это вкусняшек. Нельзя много. C'è il 6 febbraio 2024, andiamo a vedere la casa nuova di Carolina. Сегодня 6 февраля 2024 года, мы едем смотреть новую квартиру Каролины. Вот она заказала через интернет матрас новый для ее квартиры. И сейчас мы ей поможем его отвезти. Andiamo con una macchina, con due. Ah, на двух машинах поедем, иначе у нас вещи не уместятся. Она кое-что перевозит из дома, но еще не все. Кое-что оставит, кое-что возьмет. Ну, придется ехать на другой конец Рима, на север Рима. Там у них новая квартира. Это машина Каролина. Поедем с Андреем, с Каролиной. А, non c'entra. А, vai davanti allora con Carolina. Vai. Vai Andrea con Carolina, io vado con Renato e Lele. Я поеду с Ренато и Леле. Там у нее вещи на заднем сиденье, я не умещаюсь. Там тоже места нет. Я уместилась. Еду с Каролиной и Андреа. А Ренато и Леле поедут в другой машине. Сейчас посмотрим, изучим дорогу, как мне ехать, потому что ее квартира находится в северной части Рима. Сегодня 6 февраля 2024 года. Сегодня также день рождения моего шефа и друга Антонио де Бартоло. А он все еще в больнице, в коме находится. Но одна вещь позитивная, что он сам дышит. Не знаю, сколько он там пролежит, но самое главное, чтобы выздоровел, чтобы выжил, чтобы выздоровел. Сижу на заднем сиденье. Здесь полно вещей, которые Каролинка забрала из дома. Андреа! Ciao, sei curiosa a vedere la casa nuova di Carolina e di altro Andrea? Eh sì, certo, la casa di Giacomo. Che ho detto alla signora che si chiama Giacomo. Ah, lei che cosa è ha detto? Contenta, sì. Sì, è contenta? Si chiamava Willy. Willy, ma chi è? Mica è un inglese, è un gatto italiano. Quale Willy? Carolina говорит, signora, у которой сначала жил наш ее котик Giacomo. Она его называла Уилли. Я говорю, какой Уилли? Он не англичанин, ведь он итальянец. Поэтому имя Джакомо как раз ему подходит. И он веро Джакомо. Como domani va a casa nuova? Котика Каролинка завтра утром заберет. Сегодня пока мы его оставили у нас дома. No, lui non entra là. Quando ho messo il giocattolo, quello suo preferito, dentro la gabbietta.
la tirava con la zampetta senza entrare. Infatti, perché vabbè, dice il buco fumato che è quello che non ti tranquillizza. Vedi lì dietro il bus. Non vedo. Non so, c'è qualche macchina dietro, però non so se è loro. Da lontano. Не видно там. Едут ли Рената и Леля за нами? Потому что они дорогу не знают, они следуют за Рената и за нами. Надеюсь, что они нас не упускают из вида. Котику Джакому не нравится вот эта переносная клетка. Когда Каролина его везла из городка Санторесте в Рим к нам, он очень перепугался. Всю дорогу там метался и мяукал. Непривычной дороги. И она говорит, завтра надо как-то его обманом туда посадить, в эту клетку. А кошке моего сына Кализе нравится вот эта переносная клетка. Она привыкла путешествовать с ним. Клетка, когда не была кошка Эдриса. По всей Италии ездили, и за границу ездили. В Швейцарию она переезжала. Nel quartiere di Carolina, come si chiama? Sotto di Roma. Вот он же в районе, где будет жить моя доченька. Сейчас мы увидим prima casa indipendente di Carolina. Boga. Tu scendi e di a papà di mettersi qua, ok? Se questo è il posto nostro. Ok, scendi di io. E io invece mi vado a parcheggiare. Queste due colonne. Andrea, vedete, scusa, Renato, sto buzzito a parcavo. Che sono loro? Questo è il posto nostro, questo qua. Sì, sì. Ah. Chiudi, chiudi lo sportello, non so. Questo è il posto ich, le macchine. Come sempre, Клочка говорит, мама, как всегда, снимает. Снимаю, потому что мне нравится. Это. Ti aiuto? No, ce la fai? Vedi, questo è il sì, certo. Così lì è il mio matrasso. La palma di sì. Dove sei? Сбогом, доченька. Che cosa significa? È spagnolo. Ah, ma che straniero. Pressiva. Riusciamo a vedere. Ti chiede? Ecco qua. Матрасу, вот сюда матрас надо будет сложить. Газа де Каролина. И кухонка. И ванная. Вот сейчас сюда положим новый матрас. Prendiamo anche l'acqua a sto portello, vero lì? Aspetta, allora apri. Ti servo solo questa cosa. Ciao, il ricordo. È tutto vuoto, ecco perché è così. Nuovo il matrasso.
Non hai caldo, Andrea? Non avete caldo? Che faccia l'oggi? Большой балкон. Grande. И вот такой вид отсюда. Хороший район, мне нравится. Per il gatto devi chiudere questi due buchi, da qua e da là. Sì. Mette la retina, da qua e da là. Capito, cana? Per il gatto devi mettere una piccola retina in due buchi. Guarda qui il balcone. Adesso scelgo. Очень большой балкон, вернее лоджия. Вот такой вид отсюда. Третий этаж. Это терцо пиано. Нет, слишком высоко. Тронкварто. Ну что, повыше, терцо. Però per me è terzo, perché in Russia è con tanto piano terra. Tanta felicità, salute in questa casa nuova. Renato, ti piace la casa di Carolina? Sì. Misticchi della Giacomo. Allora, da qua. Sì, no, vediamo, perché questo vorrebbe spostarlo là, capito? Insomma, quindi... Cioè, ma l'angoletto che si rimane a sì, fianco, questo... perché lì sta proprio a mezzo. No, è proprio per sì, sì. Metterlo intanto da qualche parte. Привет, привет! Из дочкиного дома, из Каролинкиного. Madonna del primo amore, proteggi la casa di Carolina. Ecco il corridoio. Vedi l'ascensore che tu non sei andata. Ah, l'ascensore di Carolina. Oh! La dveri открываются. Мне понравилось. Пока-пока. Вот такой дом. Вот там балкон Каролинки. Вот такие какие-то ягоды. Медицинские кабинеты у них. Хороший район. Телевизор, а ведь, Però servono due, il camera da letto e il cucina. Скоро я буду очень много публиковать. Всем всего самого доброго, самое главное здоровья. Пока-пока, до скорой встречи. И привет из Рима от Джакомо. Вот он, посмотрите какой красавчик. Джакомо.